Я сразу скажу честно, что все это началось всего с одной красивой карты. И эта карта сегодня есть здесь. Ну, точнее, она относится к этому альбому, но она здесь. И это карта Санхва. И это Lucky Draw как раз к спин-оффу. Собственно, в одном шопе был разбор. Разбор карт и альбомов к ивенту с Lucky Draw. И я скажу честно, что к тому моменту Эйтиз я не особо слушала, то есть я иногда слушала их песни, но я не знала их по именам. Я знала, что там есть Сунхва. Я знала, как он выглядит. Это все. Собственно, поэтому я и купила тот альбом, который был именно с Сунхва. В общем, да, в одном шопе был разбор, и я как-то в него вписалась. Не знаю почему. Я не знаю, почему я вписалась, но, в общем, я буду считать, что во всем виновата карта. Да, вот она как раз. Вот эта карта, дамы и господа, я официально заявляю, что во всем виновата именно она. Да, так получилось, что я записалась на вот этот вот один альбом и на вот эту карту. Потом я подумала, что как-то не очень, что я записалась на альбом и купила карту, но не знаю участников. И решила, что надо всех выучить, чтобы все было правильно. Я считаю, что лучше всего учить участников по всяким шоу, потому что там часто повторяются их имена. В общем, я решила, что надо смотреть Weekly Idol. И там я услышала в рубрике Weekly Plus песню Not Too Late. И, в общем, с тех пор я стала слушать Эйтиз. Это, конечно, было что-то с чем-то. Просто на репите песня буквально несколько недель подряд. Поэтому, да. И теперь у меня есть Сонхва от Мэйкстара Lucky Draw. Она, кстати, такая пластмассовая, поэтому, видимо, она будет легко царапаться. Это опасно. Надо аккуратнее. Да, в общем, на самом деле я планировала сначала, что я просто оставлю себе карту, а альбом продам. Но так как я сначала прониклась песней Not Too Late, потом прониклась Халази и клипом к ней, я решила, что альбом я себе тоже оставлю, поэтому мы его распакуем чуть позже, а сначала распакуем еще карты, потому что карты Этис, они на Коре, ну, как мне кажется, относительно дешевые, то есть под эту карту, по-моему, я взяла сколько, я не помню, по-моему, за 0,1, то есть это 90 рублей, но это без учета всяких доставок до меня, но все равно более-менее выходит не так дорого. И, в общем, я как-то разошлась и взяла себе три карты. Это карта Минги, как раз из альбома спин-офф, потому что мне очень-очень нравится его вот этот вот образ с черными ногтями и разноцветными волосами. И вообще мне нравится в Халази его рэп-партия, поэтому... Поэтому да. Когда я увидела ее в разборе, решила, почему бы и нет. Так что теперь у меня есть Минги. Следующая карта — это
карта Санхва. По-моему, это как раз из третьей части Фивера. Как раз... Да, тут написано. Я даже не спутала. Ура! Да, это как раз тот альбом, в котором песня Not Too Late. И вообще как-то вот из всего, что я успела послушать у Эйтис, это мой пока самый любимый альбом, потому что в нем больше всего песен. Мне прямо очень-очень нравится. Еще я посмотрела распаковки на этот альбом. Там такие красивые открытки. Я все стараюсь на них не сорваться, потому что неформатный картон явно не мой фаворит в этой жизни. И еще одна карта тоже из этого же альбома, как и предыдущая карта Сонхва. Это карта Сана. Тут нет причины, она просто была очень красивая. Да, так что... Да. Две карты из Фивера, карта Минги из спин-оффа и самое драгоценное, что есть у меня в коллекции Этис, которая маленькая, конечно, но все равно я рада, что она у меня тоже теперь есть. Карта Сунхва от Мейкстара. Давайте посмотрим еще раз. А теперь давайте распакуем альбом. Я пока подвину карты. Что ж, давайте приступим. Я смотрела распаковки на него, так что я примерно представляю, что в нем должно быть внутри, так что надеюсь, я не буду особенно сильно зависать. Та-дам! Так вот это, насколько я знаю, это как раз музыкальный альбом. Сам там сзади должен быть код. Да. Код, который надо потом сканировать. И, собственно, можно послушать сам альбом. Вот как раз вот эти карточки, они тоже пластиковые, только более матовые. Посмотрите. Я их просто там так положила, забавно, что они стали лежать рядышком. Идем дальше. Здесь есть вот такой вот диск. Он не музыкальный, это просто... Не знаю, как это назвать. Аксессуар. Так, и теперь вытряхиваем карты. Везде какие-то коды. Как это не спалить? Так. Хорошо. Карта Ханжуна. Посмотрите, какая красивая. Я считаю, что в этом альбоме очень красивые карты. В предыдущих карты мне как-то не особо нравились, ну вот кроме Фивера. Карты в Фивере в третьей части мне очень нравятся. А вот в спин-оффе они прямо все какие-то очень-очень красивые. Так, еще здесь есть. Так, две карты. Штука для игры. Так, инструкции. Окей. Я это потом все прочитаю, может быть, даже зарегистрируюсь. Так, наклеечки. Наклеечки — это всегда мило. Я тут как раз планирую переселение некоторых своих карт, точнее, разделение своего биндера на два, на биндер Stray Kids и на биндер всех остальных групп, потому что он уже начинает гнуться, так что эти наклеечки, я думаю, я потом использую. Так, и осталось еще
две карты, так что давайте посмотрим их. Они уже такие обычные, картонные, не пластиковые. Вы представляете, мне попался Сунхва. У него, кстати, относительно недавно вышел кавер на песню Angel Baby, по-моему, Троя Сивана. По-моему, клип снимали в Париже. Очень-очень классная штука получилась. Очень атмосферная. Я оставлю на нее ссылку в описании, на случай, если вы тоже захотите послушать. Так, и еще одна карта, последняя на сегодня. Давайте посмотрим. О! Это Минги в одеялке. Еще одна причина, почему я оставила себе этот альбом, потому что я знала, что там идут вот эти вот карты с одеялками. Посмотрите, какая милота. Над картами в этот раз, правда, постарались. Так, сейчас я все как-нибудь аккуратно попробую сдвинуть, чтобы все было видно. Они так забавно лежат, если присмотреться. Почти по две карты на участника, только на Сунхва 3 и Хонджун 1, но все равно карты очень красивые. Такая небольшая распаковка карт и альбома 80s. Спасибо за просмотр этого видео и увидимся в следующих.